Скажите, а вы знаете, как вы получаете штрафы за превышение скорости? С 2007 года в Москве начали устанавливать камеры «Стрелка СТ», которые фотографируют ваш номер в момент нарушения. Для того, чтобы лучше было видно, ночью включается еще и инфракрасная камера. Когда «Стрелка СТ» делает фотографию, происходит вспышка. Ваш номер определяют и высылают штраф. В Германии была придумана технология обмана подобных камер. Работает система очень просто. На номер клеится пленка, которая преломляет лучи вспышки. И вместо номера камера видит просто белые пятна. В России эта технология только появилась. Итак, как же выглядит эта пленка? Номера уже заранее вырезаны в виде ваших цифр. Существует два вида пленок на рынке. Это китайские, тонкие, и немецкие, плотные. Обращайте на это внимание. Китайские пленки очень дешевые и недолговечны. Наши пленки произведены в Германии. Пленка плотная на ощупь, на самоклеющейся основе. Ее легко наклеить, и она не смывается при помывке. Проверить пленку очень легко. Достаточно навести обычный телефон со вспышкой и сделать кадр. Если пленка засвечивается, пленка оригинальная. Заказав у нас, вы получаете бесплатную доставку по всей России. 100% гарантию качества. Наши пленки привезены из Германии. Они выпуклые и плотно держатся на номерном знаке. Остерегайтесь подделок.